В Казанском университете продолжает свою работу выездная бригада университетской клиники по вакцинации против COVID-19 студентов и преподавателей вуза. Все подробности далее. Прививочный пункт вновь был организован во втором учебном корпусе Казанского университета. По словам врачей, с каждым днем количество желающих вакцинироваться растет. За один день здесь было привито порядка 100 человек. Наступает лето, сейчас немножко карантинные меры ослабляются, поэтому будут, конечно, путешествия, будут командировки. И вот я лично хотел бы защитить себя и семью. Сейчас очень много различных вирусов, инфекционных заболеваний. И просто отсиживаться, ждать, пока это само собой пройдет, ну, наверное, не самый удачный вариант. И в то же время, если нашли вакцину, которая подтверждена многими опытами и получила международное признание, то почему бы не воспользоваться возможностью и сделать прививку? Напомним, что прививка делается дважды. После введения первого компонента вакцины «Спутник Ви» должен пройти 21 день. В течение этих 3 недель пациент может вести дневник самочувствия на портале госуслуг Российской Федерации. Через 21 день, когда мы его вакцинируем, на следующий день также появляется дневник и сертификат с QR-кодом гособразца. Если у пациента нет в госуслугах, либо он не зарегистрирован, то мы выдаем ему справочку в поликлинике той, которую его вакцинировали, он должен подойти и забрать справку о своей вакцинации. Желающие привиться также могут обратиться в университетскую клинику по адресу Вишневского 2А. Запись по телефону 233-3000. Перед приходом на вакцинацию стоит помнить и о противопоказаниях. Возраст до 18 лет, беременность, обострение хронических заболеваний и острое состояние. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универньюз.